никогда. Не покинем никогда. Шито-рито, сито-рито, шивото-гры, шивота. Морозова, альмарита, не покинем никогда. Покинем никогда, не покинем никогда. Жил-был доктор, он был добрый, и звали его Айболит. Джумба, потерпи же, ты уже не такой маленький. Для слона Джумба принимать перед едой 3 раза в день по 1 ведру. Твое лекарство готово. Только вот что, никогда не ешь 500 порций мороженого сразу. Это очень вредно. Очень тяжело. Смотри, смотри, не наткнись на Варвару. А то тебе не сдобровать. Ужас! Где он ее нашел? Она боялась. Это она лежала у меня на окошке, а он схватил ее своими зубищами. И очень хорошо. Звери! Всюду одни звери! Я не могу их видеть! Выгони! Выгони их вон! Выгони их вон! Ну что ж им делать, если они больны? Пусть я колебаю. Ну что это? Пусть я колебаю. Ну что это? Я же добрая, я тихая. Это они меня превратили в настоящую разбойницу. Ну когда?
никогда. Это все мои друзья, я их люблю. Никогда не садись на ежа. Он этого совсем не любит. Пошел! Фриз! Фриз! Замолчи! Откуда ты, обезьянка? Это ужасно! Выгони ее! Сию же минуту! Ну, пожалуйста, уходи. Вы меня выгоняете? Выгоняю. Уходи сейчас же, а то я тебе... Фу. Ну, здравствуйте. Как вас зовут? А, Чи-Чи. Ай-яй-яй-яй. Но это ужасно. Кто это сделал? Кто этот безжалостный человек, который водил тебя на веревке? Ну, не плачь, я тебе дам такое изумительное лекарство, что шея сразу перестанет болеть. Хорошо. Живи у меня, обезьян. Я не хочу, чтобы тебя обижали. Это и есть твой хозяин, который водил тебя на веревке. Не бойся, я не отдам тебя никому. Пожалуете ли вы мне что-нибудь за мою игру? Убирайтесь отсюда, вам! Он хочет, чтобы я лапку вы отвольте! Ну, теперь ему не сдобровать. Сейчас Варвара выгонит его. Добрая женщина, позвольте вас спросить, не забегала ли к вам моя обезьянка? Здесь нету вашей обезьяны. Нету, нету, нету. Уходите немедленно прочь. Стойте, стойте, дорогой шарманчик. Мой брат поступил нехорошо. Он обманул вас. Ваша обезьяна. Янка здесь. Кроме молния, я оторву ей голову. Пойдемте, дорогой шарманщик, я провожу вас. Ну как тебе не стыдно, Варвара? Ну что это?
Не бойся, глупенькие. Ага, вы обманули меня. Вот она, обезьяна. Эта обезьянка теперь не ваша. Она пришла ко мне и сказала, что вы ее обижаете. И теперь останется жить у меня. Отдавай обезьяну. Не отдам. Отдай обезьяну. Не отдам. Клянусь своими усами, я отомщу им всем, а доктор вас совести. Ах, пожалуйста, будьте так любезны, сделайте им какую-нибудь гадость, а я помогу вам. Спасибо, спасибо, друзья мои, спасибо. Вы спасли нашего нового товарища от злого шарманщика. Знакомьтесь, пожалуйста. Эту славную обезьянку зовут Чичи. Идем. За нами следят. И вижу, они действительно превратили вас в настоящего разбойника. Да, да. Значит, вам можно довериться. Да. Я тоже настоящий разбойник, а знаменитый морской разбойник. Собирались! Ура! Кроме молнии. Ура! Мы отомстим Айболиту и уничтожим его зверей. Отомстим? Мы отомстим. Мы отомстим. Мы отомстим.
До свидания. Громи молния. Громи молния. Чичи выздоровела, и доктор Айболит выехал со своими друзьями на ежедневную прогулку. Обычно сам ослик выбирал дорогу. Иду, Ава! Оставайтесь здесь! Мы скоро вернемся! Понимаю тебя, это действительно очень странная пещера. Нет. И зачем понадобилось запирать пещеру на замок? Очень странно. Неужели там за дверью кто-то плачет? Надо ему помочь. Я не люблю, когда плачут. Надо открыть замок. Кто там? Что ты, мальчик? Неужели ты, как некоторые глупые дети, боишься докторов? Нет, я не боюсь докторов. А он разве не морской разбойник? Да нет, я доктор Айболит. Неужели я похож на морского разбойника? Нет, не очень. Совсем не похож. Иди сюда.
Ну вот. Вот и хорошо, вот. Ну, как тебя зовут? Меня зовут Кента. А как попал ты в эту пещеру? И почему ты плакал? Поехали мы с отцом в море ловить рыбу. Ну и что же? Ехали мы, ехали. Вдруг на нашу лодку напали морские разбойники. Ух, и страшно! Ну. Самый главный пенарис. Как? Пенарис. Усы у него, во. Пенарис захотел, чтобы мой отец тоже стал морским разбойником. Но отец сказал, я честный рыбак, я не желаю разбойничать. Да разбойники страшно рассердились, схватили отца и увезли. А меня заперли в этой пещере. Что это? Не бойся, это Чичи. Обезьянка Чичи. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Давайте думать. Наверное, они бросили его в море. Не плачь, Пента, плакать не нужно. Давай лучше подумаем, как найти твоего отца. Скажи, каков он с собой? Он очень-очень красивый. У него рыжие волосы, у него рыжая борода. Ага. Так, так. Надо подумать, как его спасти. Ну, думайте, думайте. Ведет нас по свету. Она ведет нас к моряку Робинзону. Скорей, скорей. Отправляться в путь. Куда? Надо спасти отца вот этого мальчика. Ну, как же быть? Мне нужно вести очень важный груз. Мой корабль нагружен яблоками, арбузами и дынями. Ну, Робинзон, ну надо же спасти отца Пен. Это важнее ваших яблок и дынь. Нет, никак не могу. Робинзон, ну что это? Робинзон! А, что это такое? Нет, не могу. Робинзончик,
Но не могу ни... Бежим, бежим, мальчик, на корабль. Поехали, поехали! Поднять паруса! Свистать всех наверх! Хорошо. Вы могли утонуть. Вот хрю-хрю. Молодец. Она уж, наверное, вернулась домой. Thank you.
Сейчас дам успокоительные капли. Выпейте, они помогут. Ой. Ну, вот и хорошо. Ну, вот и хорошо. А главное, почаще принимайте вот эти пилюли. И тогда нога совсем перестанет болеть. Телеграмма. Это не телеграмма, а гипопотама. Телеграмма! Это ужасно! Маленькие гипопотамчики заболели ангиной. Ай-яй-яй-яй. Как же быть? Надо немедленно ехать домой. Робинзон, маленькие гипопотамчики заболели ангиной. Ай-яй-яй. Робинзон, когда же мы приедем домой? Завтра к вечеру. Но это ужасно! Как же я попаду гипопотамчиком? Принимайте пилюли! Принимайте пилюли! До свидания! До свидания! Приезжайте скорее! Вперед, полный! Ой!
Васильевна Варвара. Оставьте в покое Мишку, а я бегу лечить гипопотамчиков. А где же все звери? Они на корабле моряка Робинзона. А завтра вечером они вернутся. Я очень спешу. Вернуться завтра. Как же? Здесь мы этого не допустим. Слышно, кровь и гром. Прекрасные новости. Это Ад и Буря. Какие новости, гром и молния? Они возвращаются завтра на корабле моряка Робинзона. Они не вернутся, гром и молния. Идем. Поярче! Сегодня на корабле Робинзона
приедут мои лучшие друзья, все мои звери. Я очень беспокоюсь за них. Не волнуйтесь, доктор, все будет хорошо. До свидания, Хамбл. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания, доктор. Что это такое это? А ты буря? Радиоустановка громе молния. Сейчас мы поговорим с моими молодчиками. Дорогими моими головорезами. Алло, алло. У микрофона морской разбойник Бен Алис. Морской разбойник Бен Алис. Приказываю. Приказываю моему кораблю немедленно повернуть на запад и напасть на корабль Робинзона. Сейчас там закипит работа, посмотрим. Они не думают поворачивать на запад. Они плывут, как сонные мухи. Радио не в порядке. Ничего подобного. Они распустились без меня, мои молодчики. Кто теперь идет, морские разбойники? Одни лентяи лодыри. Никуда не годные людишки. Те, которые погоняли исков. Алло, алло, алло. Грави молния, грави молния. Все погибло! Я вас
направо, лентяи! Потопите этот корабль, 13 тысяч проклятий! Не туда смотрите, лодри! Смотрите направо, смотрите направо! К пушкам! К пушкам! К пушкам! К пушкам давай! К пушкам давай! Давай, 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 так, так, давай, так! Давай, наводи, давай, давай! Thank you.
Извиняюсь, мадам. И не вернулся. Но дела наши блестящие. Звери погибнут. Никто не спасется. Идем. Разыгралась буря. Доктор Айболит очень беспокоится за корабль Робинзона и за своих друзей. Что это значит? Почему на маяке не зажглись огни? Корабль Робинзона разобьется об скал. Надо скорей, скорей зажечь лампы, иначе все погибнут. Джамбо. Морской разбойник Пеналось. Он погасил свет на маяке, а теперь корабль разобьется. Доктор. Шарманщик. Варвара. Я тебе не шарманщик, а знаменитый морской разбойник Пеналис. Стой! Руки вверх, добрый доктор. Спасите. Ага, теперь уж тебя не спасут никакие звери. Спасите! Звери утонули. За мной!
Тебя двигаться, проклятый осел. Говори, будешь? Буду. Стой! Стой, 13 тысяч проклятый! Всю ночь продолжалась погоня, и на рассвете... Стой! Стой! Стой, 13 тысяч! Я сброшу тебя в пропасть! Громи молния! Прекрасная пропасть! 13 проклятий! Болеет. Спасибо, друзья мои, спасибо. Вы спасли меня от злого разбойника Беналиса. Он хотел меня сбросить в пропасть. Ужасная пропасть. Не покинем никогда. Чуванда, зыши, вандазы.
фундуклей, и фундуклей. Хорошо, что нет Варвары, без Варвары веселей. Ну, как же корабль? Я сам видел, как разбился корабль. Это разбился корабль разбойника Беналиса. Теперь-то они уже больше не будут разбойники. А как же вы в темноте не наскочили на камни? А вы совсем забыли про сову Бомбу. Она прекрасно видит в темноте. Она закричала, когда увидела скалы. Связать их! Связать! Все погибло, все погибло. Кончилась сказка про доброго доктора Айболита.